Ты же пожарный. Золотые ласты Москвы. С такими фамилиями в техникум принимай. Собака-то ваша крадена. Вы по какому вопросу? Бабушка говорила, ласты прячь, ласты надежнее сейфа. Техникум международного менеджмента и компьютерных технологий. Не знаю, река там, только это. Что? Она замерзла. Спасибо. Софи, где мой словарь? Мне постоянно нужен, чтобы говорить. Так вот, идеалов было до хрена. Но холодный и расчетливый мир быстро обломал душу юного романтика. Как у Лафонтеновской лисица обломалась на недозрелом изюме. Или как там? Софи, я не могу быть перед такой аудиторией приблизительным. Где моя книга про лисиц? Вот. Так. Про что я? Ах да, изюм. Изюм. Софи, ты мне опять дала не тот словарь. Это философический. А мне нужен... А нет. Вот есть. Про изюм. Изюм. Течение в раннем кантианстве, согласно которому хоронить надо на животе. Пойдем, ни слова. Ну да что я? Вперед, зритель! Это интересно! Чё, вас-то не догадался взять? Думал, важен как деньги, да? Какие деньги? Да такие, которые в ластах были, деревня. Слышь, это... Чё? А что, без ластов не возьмут? Не знаю, но рисковать не хочу. Юноши! Петр Шваков, сержант в отставке! Взяли бы
тише! Есть! Чё, Шмаков, приехал тушенкой торговать? Кстати, Звездунов Андрей Сергеевич. Тогда этого на менеджера не надо учиться. У меня спросил... Тут вам, милочка, не институт благородных девиц. Тут учат управляться деньгами, а не утюгами. Ну, я неправильно выразилась. Я хотела сказать, что менеджмент меня привлекает, потому что в проститутки не взяли! Вся Тверская забита! Не дал, как отбрил, а то бы еще 2 часа парилась. Звездунов, между прочим, из Москвы. На вашем месте я бы пошел и извинился перед девушкой. Вот мои документы. Нужно штампик поставить здесь и здесь. Нет, вы как будто меня не слышите, да? Знаете что, давайте все личное потом. Мне отец как говорил, сначала дело, потом танцульки. Какие танцульки? Ну вот эти танцульки, такие. Первым делом самолеты, потом уже стюардессы. Я извините, вам говорю! Вот ногти сломал. Это вообще-то сестра моя. Она правда в путаны метила. Даже стажировку прошла. Только ее выгнали. Сказали, подучиться надо. Любопытно. А скажите, а почему вы в Москве не стали поступать, а к нам приехали? Знаете, в Москве меня в армию сразу загребут. А здесь искать у них мозгов не хватит. Вот вы бы, например, своего сына в армию отдали? Мой сын уже служит. Ну и дурак. Вот, спиной. Сиди, я сам открою. Есть! Вот, к примеру, меня лопатой не убить, так? Похоже. А по справке у меня пальцев нет. Так видно же, что есть. Они сюда не смотрят. Они в справку смотрят. А по справке пальцус отсутствиус. Кус обыкновенных. Максимум в стройбат на 2 года. На бульдозере работать. Впечатляет. А потом вторая смена. Да достаточно, достаточно. Я понял. Итак, 2 года. Поднять! Смирно встать! Это если справки нет. А если справка есть, то сиди и учись. А справку сделать очень просто. Смотри, там птичка. Где? Штампиком тук-тук. Птичка улетела. Итак, товарищ Андрей Звездунов, почему вы решили поступать к нам в технику международного менеджмента? А куда мне еще? Вот если бы у меня батя был, как у Алсу, я бы стал этим децилом. Только бы вы меня и видели по ящику. Ну а сам предмет-то вас привлекает? Конечно. Я деньги люблю и покомандовать тоже. Ну вы несколько упрощенно понимаете менеджмент. У нас что-то упало. Где? Там.
До свидания. Кто тут у вас старший? Who is the master? Любопытно, что в Лондоне русских считают за животных. У кого ключи? Кис! Не знаешь, когда здесь будут кормить, а? О, френд! Френд! Вообще ничего. Жить можно. Скоро, говорят, из цирка приедут самых талантливых отбирать. У меня есть шансы. Я вообще по жизни оптимист. Ужасно. А то у нас 2 года последних информатики не было. Я компьютеры плохо знаю. Заходите! Извините, это правда, что вы занимались этим? Ну, торговали телом. Я только что из армии, понимаешь? 2 года и... Я понимаю, вы сейчас торопитесь. Может быть... Какой? Великий нагрелец. Что там такое? Военный влюбился! Давайте, давайте, ну. Билет номер 8. Управление малым бизнесом на основе обдоранговых сетей у них. У кого у них? Сетей Юникс. Это латинские буквы. Понятно. Можно отвечать? Пожалуйста, пожалуйста. Давайте я другой билет возьму, потому что цифра 8 несчастливая. Почему ты несчастливая? 8. Ну, 8. Ну вот 8 марта, по-вашему, счастливый день? Непонятно? Да, непонятно. Вот почему он списывает? Я не списываю. Я... С чего вы взяли? У него и шпаргалки-то нет. А вы в шляпе у него гляньте. Они в шляпу прячут. Чего вылупился? Я сам в коридоре видел, как ты целую стопку шпаргалок тебе в шляпу засовывал. Аж кряхтел. Это фуражка! Нафига? Дай-ка сюда фуражецу. Во, во! Целая простыня! Это же газета, а? Ну, правильно. В газете и все и написано. Поди, Коммерсант, да? Правда, газета. Я думал, буквы проступят. Ну, знаешь, когда молоком пишут. Да. Гаси, ты же пожарник. Физику знай. Вы бы лучше свое задание выполняли. Какое еще задание? Я же с медалью. Это похвально. Однако у нас общие правила для всех. И если вы медалист,
свидание не составит вам труда. Да. А почему на всех медалях собака? Вот собака, а? А мне сказал, что на Монетном дворе работает, сволочь. Вот, что там, какие-то вопросы? Почему ничего не читал? Читал название. А, вспомнил, еще у человека есть уши и пальцы. Они входят друг в друга. Вот так. Сила трения равна силе желания или хотения. Я не помню. Информатика у нас это, учительница болела. У нее ложная беременность была, что ли. А потом ее еще муж бросил. В общем, предмета как такового у нас и не было. Well, окей. Внезапная смерть утонула. Только произношение нам и успела поставить. Окей? Не в скорую позвонить надо. Вас там учительнице плохо. Алло, мама? Да, сдал. Не знаю. Все ответил. А куда денутся? Примут. Как бабуля. Поцелуй ее от меня, то я все равно не буду. Ага. И не говори, что я у нее ласты взял с деньгами. А да, мам, чемоданы у меня украли. Нет, новый чемодан не нужен. Ты это, денег вышли, а? Ну ладно, я долго не могу говорить. Мне тут в скорую надо позвонить. Нет, у меня все в порядке. Учительница при смерти. Скорая. Profite de la sophistication du jazz et d'une simplicité hérité du rock. Le saxo lyrique de Philippe Leric et l'officité rythmique musique et méditien de le père Jean-Marc Robin Batteri. Et Yvon Souci percussion, ce sergement dérité et surlibre justifie dans son rôle du mode d'expression universelle. Basse électrique, composition, arrangement que l'on tirait profit de leur apprentissage commun auprès de grosses pointures de Los Angeles, ont trouvé une formule commode suspectable de réconcilier le plus large public avec le jazz moderne, me déplacer ou pour rester. Ouh, вот она я. Ты чё, Чебуникова? С такими фамилиями в технику принимаю. А тебя можно поздравить. Едешь домой в деревню на тракторе. Меня взяли. О, с испытательным сроком. Со сроком их взяли? Ну, дают. Лейка Звездунова. З-з-з... Есть? О! Звездунов, Феофан. Андрея нету. Может, перепутали? Свистунов написали. Сам ты Свистунов! Глянь на Свистунов. Нету, есть Свистиков. Свистиков-то. А зовут как? А вот, понятно. Надо ж так перепутать Звездунов и Свистиков. Ну как можно так перепутать, а? Сюрприз от Олежка в Чака. Ты станешь участником съемок, если пришлешь три эмблемы Чака. И задашь нам интересный вопрос. Стань знаменитым. Ведь у вас
между прочим, конкурс 0,5 человека на 2 места. Да, конкурс у нас небольшой, но вы нам все равно не подходите. Значит, какой-то Свистиков Аарон подходит, а третий разрядник по плаванию — до свидания. У вас разряд? Золотые ласты Москвы. Может быть, тогда на коммерческой основе? На коммерческой, а? А сколько мне положат? Нет. Платить придется вам. И знаете сколько? Смешно. Так это в долларах. В долларах. Интересно, что в Америке, когда выносишь из супермаркета продукты под пиджаком, то все сразу начинает гудеть. И хоть бы одна сволочь предупредила. Видят же, что человек в первый раз. Хотите? 10 000. Это большие деньги. Обычные деньги, просто стопочкой сложены. Она же ирландский водолаз. У нее одних медалей на 3 000. Ух ты! Она хоть умная? Смотри! Сидеть! Не слушается. Благородных кровей. Че, она тебе идиотка, что ли, задницей на холодном снегу сидит? Эх, если не день рождения дочери. 18 лет все-таки. Совершеннолетняя. А ты-то, ты кем работаешь? Учительствую. Ой. Да не бойся, это я не тебе. А, ее хоть как звать-то? Мама. Учиться хочу, как Ломоносов. Только я наоборот, из Москвы. Деньги принес. Сюрприз от Олежка в Чака. Ты станешь участником съемок, если пришлешь 3 эмблемы Чака. И задашь нам интересный вопрос. Стань знаменитым. Здрасте. А, какие люди! А меня из-за вас в милицию водили. Собака-то ваша краденая. Опознали ее. Да бог с ней, с собакой! Я за учебу заплатить хочу. Менеджером мечтаю. Менеджером, да? Давайте сделаем так. Я вас с испытательной возьму, не трогай. Я вас с испытательной возьму, а вы мне денежки назад. Вот здесь ровно 7. Подождите, было ж 10. А медали? Медали ж настоящие, они 3 000 стоят.